куда приехали, ребята? К дерматологу. Да. У Полины какое-то пятнышко появилось на теле. Мы решили проверить, в чем дело. Надо приехать к дерматологу, нам дали направление, чтобы сдать анализы, да? Ну, чтобы посмотрел, короче. Я на лифте. Мои пешком, а я на лифте. Что-то мне пузо, да? Надо, короче, в спортзал походить, еще пузико подкачать, прячек, чтобы такой был сбитенький. Опачки. Остановилась, думала, что там. А я на это рассчитывал, кстати. Так, ребята, короче, что, Полине сделали термин. Ну и мне сделали термин. Я же тоже тут ходил к дерматологу. Так, у меня тоже там покраснение на руках, короче. Мне сделали анализы до этого. Сейчас пришли мои анализы, и мне сказали, что надо пропить витамин D в капсулах, да, Кристин? Да. Да, короче. И вообще обговорить с врачом. И обговорить с врачом. Как раз термин записались, вот вместе с Полиной пойдем, короче. Взяли терминчик через месяц, короче. Ну, это нормально еще, по-божески. Да? Для Германии.